Петербургский сезон в Художественном музее Воснецовых. Для любителей искусства организовали целую трилогию выставок художников северной столицы. Первая состоялась в феврале, вторая открылась 4 апреля. На ней представлены работы художницы Ольги Шаюновой. На выставке побывал Андрей Дозорцев. Персональная выставка Ольги Шаюновой кировскому зрителю представлена впервые. Здесь более 60 работ, выполненных акварелью. Это собрание произведений труд мастера за последние 12 лет. Большой почет и большое событие для меня. Это огромная выставка в моем понятии. Обычно я где-то 20 работ выставляю, на этом ограничиваюсь, на персональных выставках. Здесь просто вообще полностью представлено мое творчество. Ольга Шаюнова – яркий представитель Петербургской художественной школы. Она член Санкт-Петербургского общества акварелистов, участник более 200 российских и международных выставок. Ее произведения хранятся в музеях и частных коллекциях России и зарубежных стран. Вообще задача была показать петербургскую школу. Это не с точки зрения кого-то научить, просто представить, открыть еще одну страницу среди региональных, может быть, школ. Это одна из лучших школ, если говорить о графике. На выставке представлены три цикла произведений. Один из них – «Русская провинция». Это итог поездок Ольги по России. Она участник большого количества пленэров в самых разных регионах, в том числе и в Вятке. Другой цикл произведений называется «Поднебесная». Эти работы посвящены Китаю. В 2009 году мне повезло, посчастливилось. Я была в Китае, в городе Пекине и в городе Шэцзюань. И мне это просто удивило. Это какая-то отдельная песня, сказка «Другая планета», что-то такое, где все не так, но все очень интересно. Особое место в творчестве художницы занимает третий цикл «Петербургская мелодия». Работы посвящены родному городу художницы. Это виды Петербурга, известные мосты, каналы, реки и совсем непримечательные дворики. Кажется, очень простые сюжеты, понятные. Это виды городов, это, конечно, любимый наш Петербург, это любимая наша провинция. Все очень просто, но в Ольгиных работах это все приобретает музыкальность и живописность. Акварель – это сложный, тонкий вид искусства. Он предъявляет художнику требования совершенного владения рисунком, развитого чувства тона и колорита. В художественном музее уверены, выставка Ольги Шаюновой зрители не оставит равнодушными. Она продлится до 28 апреля.